привет, друзья. Губка Боб это популярный мультфильм, но нет для... Ой, извините, я просто камеру случайно нажалась. В общем, для нас, но Губка Боб, да, стал, конечно, популярным. И в России, и в других странах. Ставьте, с вами я, Файкот, ставьте лайк, подписывайтесь, когда вы нажимаете на колокольчик, то мы начинаем. Но больше интересует, конечно, персонажи Губки. А точнее, сам Губка Боб. Он, так сказать, у него есть домашний питомец. Позже расскажу, какой. И также еще у него есть друг. Тоже расскажу попозже. Патрик. Патрик живет под скалой. Удивительно, да? Но а зачем вообще жить под камнем, если можно переехать в какой-нибудь другой дом? А что, неплохо. Также в одной серии Патрик, а я забыл, как серия называлась. В общем-то, давай дальше. Сквидвард. Вы заметили, что дом Сквидварда похож очень на Май с острова Пасхи? Ну, посмотрите. Ну, найдите картинку в интернете Моаи. Нашли? Теперь найдите картинку дома Сквидварда из Губки Боба. Сравните? Ну, похоже же, реально. Видимо, когда-то на бикини-бот он там стоял. Остров Пасхи. Но это не по наше время. Мистер Крабс. Мистер Крабс это владелец и хозяин Красти Краба, в котором работает Губка Боб. И также у него есть дочка Пёрл. Кит. Пёрл. Пёрл это Кит и дочка мистера Крабса. Также она большая. И это странно. Как такой большой кит может вообще жить в доме мистера Крабса? Ну да ладно, короче. Сэнди. Сэнди это друг Губки Боба. Она приехала из Техаса, но все равно, но даже уехать хотела. Вот это да, уж технологии в Губке. Я б на такое посмотрел. Да уж. Ну это круто. Миссис Пафф. Миссис Пафф это учитель Губки Боба, который в школе. И также еще кое-что другое есть. Гэри. Гэри это питомец Губки Боба. Домашний питомец Губки Боба, точнее. И также еще он даже говорит постоянную свою фразу. Мяу, мяу, как моя кошка, например. Но это не значит, что это кошка. Это даже не девочка, а мальчик. Так что удивительно, да? Но я не считаю улитку Гэри самой важной в Губке. По крайней мере, она смешная и крутая. Но вообще много тут слишком шкампюс Гэри. Ой-ой-ой, уже стало мяу-мяу-мяу. Ой-ой-ой, погодите. Мне нужно пойти. Так, давай дальше. Пойдем дальше. Итак, сейчас уже будет кое-что другое. Так что погнали. Дом Губки Боба. Дом, он живет в Ананасе. И даже есть дом Губки Боба в реальной жизни. И там даже стоит внутри скульптура Гэри. Мяу! Ну, ладно, короче, не буду я тут как бы мяукать, я же не Гэри все-таки. Так что давайте дальше. Мистер Краб. Ой, то есть Красти Краб. Красти Краб это та работа, где работает Губка Боб. А теперь ловушка для лобстеров и Красти Краб. Еще раз. Ловушка для лобстеров и Красти Краб. Так что мы можем с милостью сказать, что они похожи друг на друга. Эй, тут у нас белка живет под водой, а Планктон... любит компьютер. Планктон. Планктон – похититель крабсбургеров. Ну, вы знаете. Карен. Карен – это любимый планктон, который также компьютер. Не знаю, что за странное существо, но да ладно, не важно. Ну, думаю, что давайте дальше. Песни. Песни из Губки Боба довольно много. Но, например, у костра. Я не могу их спеть, потому что у меня... ну вот что у меня.
Поэтому слушайте, ищите в интернете губка Боб с паром у косла, и тогда вам выдаст, надеюсь. А следующая песня «Техас». В серии «Техас». Ну, хватит на сегодня. Так что все, всем пока. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. С вами была я, Файкот. И всем пока! Пока!